4 жовтня відсвяткував свій 60-літній ювілей Тимошенко Олександр Васильович. З чим його щиро вітають дружина, діти та онуки. Батько – любий чоловік, дідусь рідненький, найдорожчий в світі. Хай довгим буде твій безсмарний вік, ясним і щедрим, наче сонце в літі. Нехай тебе хвороба обмина, печалі всі підуть із нею, а келих щастя випивай до дна із дружною твоєю сім'єю. Дожить до 100 лет и болеть, почаще с нами встречаться, радовать друг друга. Ну, всего самого наилучшего и посвятить тебе такие слова. Отличных отцов не так много на свете, но нам повезло, несказанно с тобой. Ты самый хороший на целой планете, пусть будет всегда в твоем сердце покой. Пусть будет здоровье, удача и бодрость, пусть будут беседы всегда по душам. Друзья пусть тебя никогда не подводят. Иди без помех к самым ярким мечтам. Еще впереди ведь так много свершений. Дорог и тропинок, побед и наград. Тебя, наш родной, от души, с юбилеем. Ты главный в семье, ты бесценный наш клад. С днем рождения! Спасибо. Главное вам здоровечко. Да. Спасибо. Молодец. Я желаю, чтобы 100 лет был ты крепкий и здоровым. Настроением веселым. Чтоб всегда ты улыбался, молодым чтоб оставался. А что с тобой настроение злое? Это же богатый людей. На эмоции. Да не переживай. Да, потому что не надо помещать Фейсбук. Значит, время Саше идти в армию. Вот мои родители, мама моя покойная, крестная Саши. Ну вот приходит она и говорит, Маю Ильиничну видела, а Нику Маляш. Приглашала Жора нас, приехать же Сашу берут в армию. Ну а коль Саша сам же одинок, а вас же есть дочечка Галина. Пускай берите ее, надо же как обычно, по правилам, по обычаю. Невеста должна провожать жениха в армии. Пускай она тоже приедет, посидит Саша. Ничего она не будет делать там. Просто посидит, чтобы люди видели, чтобы, значит, Сашу провожала невеста, чтобы он не сам сидел за столом. Ничего не обязывает, да. Ой, я говорю, мам, а что я там буду говорить? Дочечка, ничего не будешь говорить, ты будешь просто сидеть за столом. Я говорю, на меня будут смотреть, сколько людей в селе. Ничего страшного, мы будем возле тебя сидеть, все нормально. Побудем, проведешь Сашу в армию, значит, ему оденешь рушник, она заказала рушник в быткомбинате. Раньше был быткомбинат, ритуалы же там были, да. Попросила свою односельчанку, она вышила кисть рябины, звездочку, служу Советскому Союзу, по-моему, да, или нет? А, счастливого пути, еще рушник у нас лежит, вот я положила его, когда мы переезжали с ним, уже сюда вещи забирали, рушник он забрал, говорит, это тот рушник я сохранил, что ты мне вязала, когда в армию. Ну и вот симпатия, я еще его никогда ни разу ж не видела, да, мы жили в Чкалове, они в Подовом, и вот, наверное, любовь с первого взгляда, я думаю, боже, конечно, красивый, высокий, стройный парень, ну и вот, и какая-то была любовь платоническая. На расстоянии, все, тут разгар, гульня, девчата, парни, проводы идут, дождик начал накрапать. Папка у меня был строгий, правил, так, все, собираемся.
домой, наверное, увидел, что, наверное, какая-то симпатия, что-то, наверное, произошло, глазки заблестели, загорели в дочке. Все, Алла, Галинка, домой. Они меня Галинка называли. Пап, ну давай еще немножко. Нет, 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 поехали, дочь накропает, домой, завтра на работу, а тебе тоже на работу. Я работала в сельской библиотеке, в Чкаловской. Ну и вот, приехали мы домой. По-моему, ты написал мне письмо первый. А я ответила. Потом у нас завязалась переписка. Я стала ездить в Подовое покойной бабушке делать уборки. Ну, вот и познакомилась с Царством Небесным. Все души знают, да, наших умерших, покойных, родных, близких. Вот так у нас и получилось, что я вышла замуж, я познакомилась. И по-честному, чтобы было, я пишу письмо. Саша, я познакомилась с таким-то человеком. И Саша мне не дает ответа. А я маме говорю: мам, такой интересный. Я ему написала письмо, пооткровенничала. Он мне не дал ответа. Она говорит: дочечка, как же он может дать ответ? Он же ж надеется, что ты будешь его с армии ждать. А ты ж, получается, ничего не получается. Ну и вот. Ну и вот спустя 30 лет, как у меня произошла жизнь, да, и Саши вот родила, мама ж покойная, тоже двух, да, девочек, красавицы. Я родила своих деток, ну и вот, я разошлась. Ну, я всегда чувствовала и на себе взгляд, что я Саше не безразлична, когда мы с ним не пересекались в Новотроицке. Все, привет, привет, Саш, там дела? Да ничего, а у тебя? Да я тоже, ну все, все, пока, привет, я побежала, у меня все, нет времени. Ну и когда мы с покойным отцом уже, я жила в Москве, вот, чем могла, я помогала своим детям материально, они меня учили стационар, Москва, Харьков. Ну и вот слово зашло о замужестве, сколько ты будешь ездить сама, ты познакомилась с кем-то, дети уже твои так взрослеют, и ты чем можешь помогаешь им. Я говорю: пап, ты знаешь, если бы я соединила жизнь, в этой жизни, так я бы, наверное, соединила с Сашем Тимошенко. А он так смотрит на меня, Царство ему небесное. Хм. Я не против. Я говорю: пап, так он же тоже был склонен к одному так делу. Прямо скажи, выпивай. Да, выпивки. А он говорит: Галинка, так коли це було? Я говорю: пап, вы сами же говорили, что он к нам даже приходил. Я приехала к вам, пересекала ж границу, к вам приезжала, вот, а вы говорили, приходил, ну, изрядно выпивший. Так коли це було? Я не возражаю. Ну и вот. Я говорю: как же мы с ним увидимся? А тетя Катя жила с папкой. И говорит: а он часто приезжает, Каплунова тетя Катя, часто приезжает в Новотроицк, он таксует, а рынок раньше был за Домом культуры. Вот. Мы его пригласим. И как, говорю, скажете? А мы так прямо и скажем. 75 лет Степановичу. Галка приедет с Москвы. Вы уже не дети, вы поговорите. А чего вы стесняетесь? Вот что-то, может, вы договоритесь. Я говорю: да, ну, что, тетя Катя? Я говорю: хорошо, пожалуйста. Все проходит время, это было сентябрь, октябрь. Нет, это было август. Сентябрь, октябрь, конец месяца, она мне сделает звонок. Галка, помнишь, я тебе обещала? Я говорю: что вы мне обещали? Так и так, Саша Тимошенко встретится и сказать. Я говорю: да, вы что? И что вы сказали? Да. И как вы сказали? Галка, тебе помню, вода тебе люба. Приезжай. Да, надо встретиться, надо поговорить. Вот, Степановичу 75 лет. Приезжайте вот и поговорите, вы же не маленькие дети. Я говорю: тетя Катя, там вы что? Да. Боже, я прям вся, знаете, так все стрепенулась. Все тут точно что забурчало, зажурчало. Думаю, может, и правда получится. Боже мой, 30 лет спустя. Ну и вот и получилось. Да. Представляете, 30 лет мы вместе. И вы знаете, слава Богу. Да. Долгожданный. Ну так что, за молодоженов надо наплывать. Какая это была жизнь, у него какая-то была жизнь. 30 лет. Ой, я извиняюсь, но я набрала этот оливье, оно упало. Ой, пожалуйста.
Папа Егорка! Давай, а ну давайте, точно! Горько! 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 Молодцы! Ух ты! Что делать? Одним махом и с вами сыграли. Ну мы на свадьбе же не были. Нет. Венчанные. Нас батюшка повенчал 2 года спустя. Мы венчанные. Ой, Бога. Да, ой. Да, я так хотела. А что ты не сказал мне никогда, что вы? Прям рассказать. 24 июня, 2 года спустя, нас батюшка обвенчал на всех святых, да. Воскресенье, на день всех святых. Интересно, что мы венчаны. В 2016 году. А сколько вы уже живете вместе? 8 лет, 9. 9 лет в январе будет. Кризисные периоды миновали. Да. 7 лет. 3 года, 7 лет. Слава Богу. Ну, теперь только радоваться детям, внукам. Да. Дай Бог же и правну. Все, Майкл. Марин Маро. Сюди трохи видно. Обрежь, и Андрюшенька, ну вы так задела своейному папе. Над папой издевался. Пап, тебе на лыть. Бен, с юбилеем желаем тебе счастья, здоровья. Ну, счастье есть, здоровье. Самое главное – здоровье. Счастье у тебя в детях, внуках, у жене красавицы. Самое главное, чтобы здоровье не портачало, ну хотя бы до 100 лет, а потом уже дальше видно. Будем разбираться, тогда уже дальше желать. Будем идти дальше. Да, ну и чтобы мир был на земле. Да. Сейчас такое время страшное. Да, чтобы все было хорошо. Служить, и все. Да, то я думаю, вас уже не заберут, чтобы дети не пошли служить. Да, и так, все, что да, так, чтобы все было хорошо. Бо мы тут рядом с Кримом, не дай Бог, ще надумають його забирати, то нам попаде в першу очередь. Так что, чтобы был мир на земле. Все, здоровья, спасибо, здоровья, еще раз здоровья. Лена, спасибо, Ирина. Давай. Спасибо. Присоединяйся, да? Иди, Наташа, Андрюш, налить иди, Наташа. Все, что там у тебя? Здрасте. Еще есть? Ну, давай. Это часть пути, часть судьбы и часть большой дороги, по которой предстоит пройти. Пусть по-прежнему желает вершить удача, воплощение планов и идей. Пусть любовь подарит радость и счастье. Этот праздник – славный юбилей. Здоровья, Сашенька, тебе. Самое главное. Спасибо. Это здоровье будет все. Спасибо. Да, остальное все будет. Спасибо. Вибачайте, если что не так. Спасибо. Самое главное, что вы пришли. Это для нас дуже да, большая ну, а я... радость. Фотографии снимаю. А я уже готова. Сейчас идти посмотрю. Класс.